путинский человек, значит, будем считать, что это путинская шутка о том, что Такаева сравнили с Саддамом Хусейном. Непонятно почему. Совершенно непонятно почему. Эта шутка, она граничит на грани фола. И можно даже по этому поводу и протест выразить на уровне МИДа, я считаю. Вы много на эту тему говорили, но тем не менее, видимо, все равно есть спрос. За истекший год было целый ряд событий в сфере ядерной стабильности. Они такие разнонаправленные. С одной стороны, Соединенные Штаты вышли из договора РСМД, много дискуссий на эту тему, Россию обвиняли. С другой стороны, после этого господин Болтон, который был главный сторонник выхода, он работу потерял. И президент Трамп, значит, в общем, как-то этим обозначил, видимо, что-то другое. Дискуссия по договору СНВ идет, пока непонятно в какую сторону. Вы год назад, вот мы сидели с вами на этой сцене, и вы тогда сказали яркое очень выражение, что в случае, не дай бог, ядерной агрессии, агрессоры сдохнут, а мы в рай попадем. Вот за этот год мы к краю ближе стали? Мы все всегда одинаково близки к Господу. И Он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути. Но...